Отсюда началась Самара. Хлебная площадь с недавних пор приковала внимание археологов, историков и краеведов. Здесь на раскопках нашли остатки крепости, которую построили в 18 веке по приказу Петра I. Мы сейчас с вами стоим ровно на линии крепостного вала. Валы крепости были земляными, но, как казалось, вот это было открытием археологов, вот, на деревянном каркасе. Вот. Этого никто до наших работ не знал, думали, что они просто были земляные. Оказалось, что конструкция была несколько сложнее. Сегодня на это место обратили внимание и общественники из Народного фронта. Дело в том, что за зиму здесь собралось много мусора. Не так должно выглядеть историческое для Самары место. А потому активисты взяли в руки грабли и отправились на уборку. На нашей территории был выявлен еще одно историческое место, которое является частью крепости петровских времен. И Общероссийский народный фронт не мог пройти мимо, и поэтому мы под свою такую опеку взяли данное место, и поэтому сегодня мы проводим уборку данной местности. Этот субботник еще и результат подписанного с мэрией Самары соглашения о благоустройстве. Однако участники акции говорят, в первую очередь это гражданский долг любого самарца. Валерия Макарова, Максим Гусев, «События».